назад прилетела новая прошивка MIUI глобальная 9.5.6.0 с кучей изменений, правок. Ну, по основным хотелось бы пройтись отдельно. В целом стабильность системы работает. Система очень даже ничего, нормально. По батарее видно отклонение в лучшую сторону. Вот. Исправлено много ошибок, которые были в предыдущей версии MIUI 9.2.3.0, стабильный для Mi 6, конкретно в моем случае. Вот. Ну и у всех остальных изменениях вы можете прочитать на сайте особенности, нововведения, которые произошли с этим обновлением. Оптимизация ядра браузера, которая произошла и которая в корне поменяла работоспособность всей системы. Независимо от того, что сейчас периодические проблемы идут по работе VPN-адресов, прокси-серверов в России. Первое, что хотелось бы отметить, это то, что перестал перезагружаться. Раньше перезагружался 3-4 раза в день. Из этих 3-4 раз в основном это было на галерее, либо на работе приложений, таких как Google, YouTube, либо просмотр видео, медиафайлов в Flickr. Вот. Теперь это все уже исправлено. Этот баг перезагрузки пропали. Приложения стали работать намного лучше. Второе, это работа с приложением «Безопасность», в которое можно попасть теперь из определенного меню безопасности. Также можно попасть из настроек. Два пункта в нем были изменены, и теперь приложение стало нормально работать. Вот. Также работоспособность батареи, я считаю, что все-таки увеличилась не намного. Процентов на 10 больше осталось при возврате домой. То есть когда я прихожу домой, раньше у меня было там 30-35%, сейчас в районе 40-43% заряда остается при интенсивности той же, которая была в принципе всегда возложена на мой телефон. Я не играю в игрушки, в основном это мультимедийные приложения, которые я использую, поисковики, Яндекс.Карты, Яндекс.Метро, такие повседневные задачи. Порадовало исправление функции ландшафтного скриншота. Раньше она работала, либо вообще не работала, либо работала с косяками. Сейчас же намного лучше стала работать эта функция, как часы. Еще в начале мая, где-то числа 2 или 3, прилетело обновление для приложения музыки, и приложение музыка обновилось. В данный момент работает нормально, стабильно. То есть тут как бы разработчик сам исправил свой баг. Раньше обновление висело в трее и не обновлялось, не прилетало. Был запрет на загрузку. Пропало такое меню, как изменение количества иконок, вернее, сколько их и должно быть в ряду. Отображение было 7/7 даже в некоторых темах. Сейчас это пропало, исчезло. Не знаю, вернет разработчик это или нет. С последующими обновлениями неизвестно.